Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Булінг через гаджет? Мама трирічного Артура Діана Кот придбала сину смарт-годинник, коли запідозрила, що до малого недобре ставляться в садку. Гаджет був потрібний, щоб мати можливість слухати, що відбувається з сином, коли той в садочку. Утім, така турбота, за словами мами, не сподобалась вихователям. Каже, своє невдоволення вони виплеснули на хлопчика. Мені його просто почали ігнорувати, тобто не допомагати йому там одягатися, переодягатися, просто ігнорувати все, що він спрашує, другим дітям слухати. И когда он говорил, он уже понял, что что-то не то, он говорит, вы будете меня любить, вы будете меня любить. Он повторил эту фразу миллион раз, вы будете меня любить. И она сказала в итоге нет. Що саме змусило Діану вважати, що дитина страждає в садку? Чи законно користуватися подібними гаджетами? З'ясуємо просто зараз у студії «Твого дня». Так, ну що ж. До нас вже доєдналася Діана. Діан, вітаємо Добрий вас. Добрий день. Слухайте, будь ласка, ну, по-перше, виникає питання, а, ну, яка ситуація виникла, яка змусила вас надягти цей смарт-годинник на ручку вашого синочка? В сентябре ребенок пошел первый раз в детский сад. Пошел с большим интересом, удовольствием, он общительный, все было хорошо. Он был в саду 4 дня, потом он заболел и уже начал говорить, что на него там кричат, там страшные выховательки, у них черное сердце, они меня обижают, кричат. Потому... Такими словами, он да, просто да, черное сердце, потому что я не мог сам одеваться. А воспитатели эту проблему и мне озвучивали, и всем другим родителям, что и ваш ребенок не одевается сам, он в 4 года неполных должен уже сам одеваться и так далее. Ну, ни я, ни другие родители вообще-то так не считаем, потому что, ну, даже если он что-то и может сам сделать, ну, он это сделает, да, то есть ему нужно помогать. После этого ребенок болел месяц дома, и потом еще на 2 дня он пошел в детский сад уже с большой истерикой, ну, это уже был стресс для всех. Он говорил, что опять же на него там кричат, мне там страшно, они страшные и так далее. Я уже поговорила с воспитателями, подняла эту тему в детском чате, в родительском чате нашем. Родители все отрицали, что у нас вот, вот все хорошо, у нас хорошие воспитатели, вы что-то придумываете, теперь к вашему ребенку будет особое отношение. То есть уже угрозы такие были. Воспитатели тоже это отрицали, что они кричали. Тобто, кроме вас, ни у кого из батьков не было такая нет, проблема? Было еще сообщение, что там тоже какой-то ребенок пожаловался, что на него кричали, но они там провели какую-то беседу, и, в общем-то, не было таких, у них же претензий не было. Мой ребенок после этих 2 дней сразу же опять заболел и остался на месяц дома. Месяц мы работали с психологом. Психолог в таком возрасте психологи работают больше с родителями. Мы озвучили эту проблему, озвучили причину, по которой мы считаем, что на ребенка могли кричать или там делать ему какие-то замечания в грубой форме, что вот он не самостоятельный вот в плане того, что он не может сам одеться. До речі, пробачте, мені цікаво просто, якщо ви з психологом це проговорювали, от те, що він захворював одразу після таких випадків, да, це пов'язано якось? Да. Работа с психологом была направлена на что? Первое, на обучение его самостоятельности, чтобы снизить тревожность его, чтобы он сам таки мог уже полноценно все сделать. Ну и то, это очень сложно достичь в 4 года. Второе, это то, что наладить отношения с воспитателями. Ну так как они нам объясняли, что они не кричали, мы уже были вынуждены ему объяснять, что нет, они не кричали, может, они громко говорили, подготовили им подарочки. Артур готовил своими руками, тоже это была от психолога рекомендация. І смарт-часи. Смарт-часи... От давайте до смарт-годинників. Вот они, це да. Психолог порадив? Спочатку посоветували нам друзі, потім уточнили у психолога, так. Да. Як вони працюють, до речі? Вони працюють яким образом? З телефона мами, з приложення визивається дзвонок. Тобто я заказую дзвонок з цих часів, часи мені дзвонять. Вони нічого, ніяк не реагують, якщо мама дзвонить. Ні, ну я бачу, з'являється номер. Це ви нажали. А, це я нажала? Так. Вони ніяк не реагують. Вони просто на руки у дитини. Я зі свого телефона заказую дзвонок.
Скажіть, будь ласка, ви, наприклад, вихователів попереджали про те, що є такий гаджет і що він буде на руці вашого синочка? Сразу говорю, да. Это было в четверг. Ребенок мой пошел в детский сад в пятницу уже с часами. В четверг вечером я воспитателям написала всю нашу историю, проработанную с психологом, что у нас ребенок уже с удовольствием. Вот я вызываю сейчас, видите? Так, а ну, гучно мовить, вимкніть. Да. Еще и буду чути, так? Ой, так, точно, чути. Дивись. Это как телефонный звонок. Все чутно. Так. Прикольно. Воспитателям вечером в четверг я все написала про смарт-часы, они согласились, не было никаких вообще проблем. Ребенок в пятницу пошел в детский сад, пошел всего на 4 часа, это также была рекомендация психолога, такое плавное вхождение, по 4 часа в день, 3 раза в неделю, то есть по чуть-чуть. В пятницу он пошел в детский сад со смарт-часами, все было хорошо, ребенок с удовольствием вернулся домой, все было отлично. Нет, был один нюанс, когда папа пришел, ребенка привел в сад, воспитатель сказала папе, что я прочитала ваше сообщение про смарт-часы, и вы меня довели до слез, я плакала, я пила валерьянку, и, между прочим, эти манипуляции в плане «я плакала, пила валерьянку» звучали не один раз при любом вопросе, то есть это, я считаю, тоже не очень нормальный подход. На якому этапе цей смарт-годинник все ж таки навів вас на думку, що щось там не те відбувається? В эту же пятницу вечером в родительском чате родители, связанные с воспитателями, то есть приближенные, там видно, что они информацию передают, то есть это уже все знают, они начали нас запугивать, угрожать в том плане, что они будут собирать собрания, что они против этих смарт-часов, я переписку отправляла вашим людям, что они будут собирать собрания, что ребенка переводите в частный садик, если вы считаете это нормальным. Если вы хотите наблюдать за своим сыном, переводите ребенка в частный сад. Плюс там, да, собрание собирать, в общем, будем что-то решать. Но давайте сейчас мы вам дадим время, в конце уже они решили, что мы вам даем время до понедельника, решите вопрос с воспитателями. Потому что мы считаем, что вы этим обижаете воспитателей, вы их довели до слез, они плакали, и это ненормально. Так, ми намагалися, до речі, зв'язатися з адміністрацією садочка. На жаль, поки що не вдалося. Будемо ще раз пробувати це зробити. Але на нас вийшли безпосередньо батьки, діти, яких також ходять з Артурчиком в одну групу, в один садочок. І вони також захотіли висловитися щодо цієї ситуації. Зараз з нами на зв'язку мама одного з дітей, Тетяна Дубенко. Пані Тетяно, вітаю вас. Отож, розкажіть, будь ласка, своє бачення ситуації. Доброго дня. Ну, справа в тому, що ми взагалі не розуміємо, чому така ситуація склалася, чому це якби таких масштабів великих набуло, чому взагалі мама такі зробила з цього таку велику проблему. Тому, Тетяна, що... а можна питання до вас? Просто в нас мало часу, хочу дізнатися, а чого вас особисто так торкає те, що у її дитини, наприклад, буде смарт-годинник? Чим це заважає вашому, вашій дитині? Моїй дитині це не заважає, але просто я вважаю, що мама мала б попередити нас також про те, що буде годинник. Тому що в чаті написали. Ми хочемо, щоб всі діти були рівні, тому що коли її дитина прийшла з годинником, одна дитина захотіла взяти з собою планшет наступного разу, друга дитина захотіла взяти телефон. Кожен почне носити ці гаджети і до чого це приведе. В садочку є програма, за якою дітки повинні займатися. Ну, ми з цієї точки зору висловлювали свою думку, і ми від неї не відступаємо, кожен має право на свою. Але все ж таки Діана каже, що вона у чаті батьківському попереджала про те, що дитина прийде зі смарт-годинником. Ні, вона вранці, коли вже дитина була в садочку, в нас ж також є чат і підтвердження, вона вранці написала, сьогодні син пішов з часами в сад, і так далі було по тексту. Дякую, зарані ніхто ж не сказав нам, а ви не проти, ми будемо ходити з годинником, можливо, хтось хоче ще також, там є от така функція, тому подібне. Такого не було. Тетяно, дуже дякуємо за те, що висловили свою позицію, дякую, що погодилися з нами. Хочу пояснити, що ми хочемо просто почути різні позиції і не хочемо, аби сварилися мами, мені здається, що мами навпаки повинні одну підтримувати і якось налагодити так ситуацію, аби всім дітям було комфортно.